Новоиспеченным гражданам вручили документы, удостоверяющие личность. В поселке Тикси торжественно вручили паспорта детям, достигшим 14-летия. С подробностями наши корреспонденты. В поселке Тикси Булунского района в актовом зале администрации муниципального образования Булунский улус район на днях состоялось торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14 лет. В зале присутствовали родители, родственники, работники миграционного пункта отделения МВД России по Булунскому району. С приветственным словом выступил глава района Игорь Владиславович Кудряшов и вручил основной документ, удостоверяющий личность граждан России, учащимися Булунского района. Все присутствующие пожелали ребятишкам дальнейших успехов в учебе. Сегодня состоялось торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации. С получением этого документа ребята вступают во взрослую жизнь. Желаем им стать достойными гражданами Российской Федерации. Ребята, получив паспорт, приобрели новые права и обязанности гражданина Российской Федерации. На них ложится большая ответственность в учебе, в школьной и в общественной жизни. Удачи и успехов вам, новые граждане Российской Федерации. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.